Взаимно. Что, поехали, да? Жесть, проверяем сразу. Начинаются кубковые игры, и те клубы, что стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. Первое из 90 заявленных минут. Первое касание мяча. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. И это перехват, который, по-моему, атаке... Уже довольно понятно, мы сейчас. И арбитр назначает угловой. Теперь бы еще и попасть. Так можно сказать, что поддел просто мяч, и слишком сильно его поддел. И тот улетел за ворота. Это больше такая история очень часто. Получается, нужно очень тонко попадать. За такой угловой можно и угол поставить. Совершенно не обязательно атаковать по центру, можно и флангом. Как раз то, что мы видим теперь, и почему-то никто не встречает. И вот удар. Перехват середины поля. Видим мы борьбу. Там. Поспешил и залез в офсайд. И пяточка, какой красавец! Дело поле мяч покинул, свисток арбитра прозвучал, удар с угла поля. Принимает мяч, голова, удар! Thank you.
Не пошли, занят. Прочитал передачу, совершил перехват. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Мяч в центральной зоне, перехват. Классика отбора мяча продемонстрирована нам. И здесь защитник молодец. Прочитал. Прочитал мысли пасующего и передачу перехватил. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Перехват, награда за его старание. Обратный пас. Там. Игроки в борьбу за мяч довольно жестко получается. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Хороший шанс для удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. Давайте посмотрим еще один повтор этого замечательного гола. Уразу отличились команды в первом тайме. Пока ничья. 1-1. Первый тайм окончен. Команды уходят на перерыв при равном счете и, пожалуй, что равная игре. Если посмотреть на статистику, то, Юр, ты абсолютно прав, потому что количество ударов-то ровненькое.
что может быть очень опасно, но последняя передача не вышла. Этот перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Получил, отдал, открылся. Закончил боем хорошо. Ну, во всяком случае, мяч у игрока отобрали. Вовремя вступил в борьбу, правильно позицию выбрал, был достаточно агрессивен в отборе и получил по заслугам. Вот, пожалуйста, его команда будет бросать мяч за боковой. Ловит голкипер. И молодец, вратарь, можно даже сказать, что в этой позиции он защитником выступил. Вратарь с головой чувствует игру и выходит настолько уверенно. Совершенно атаки не подстать, как он выбивается из колеи. Да вряд ли это можно ударом назвать. Пас головой, а что дальше? Видно, парень учился под катом, исполняет здорово. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. Попадает здесь туда, в полевого игрока. Ривера. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Позиции прочитал, передачу совершил, перехват. Будем глядеть, как команда приноровилась выполнять стандартное положение. Ибрагимович! Хорош, блядь! Это мы и называем плотностью игры. Намного ближе вратарь к мячу, чем любой из соперников. Конечно, это мяч его. Чтобы поймать этот мяч, мы должны чуть-чуть выйти вперед. Приглашает вингера к рывку. Классический девятый номер. Все подобные передачи на него. И забирает мяч голкипер. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Да, на щитах это не замечательно. Ошибка в передаче, а задумка хорошая была. И как
бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Вот момент. Парни, пружину разожмите. Не нужно у своих ворот. Все, отжали. Положение вне игры. Попробуй такого остановить. Ну давай! Молодец, хорошо расположился. Не побоялся удар принять на себя. Стандартное положение, стандартная процедура. Угловой удар. Дело поля мяч покинул, свисток арбитра прозвучал, удар с угла поля. Одна жизнь! Сегодня нужно было побеждать, отступать было некуда, и может быть вот эта вот ситуация отлично команде на пользу. Они отдали все, что у них было, но выстояли и остались в лиге на следующий сезон. Плохо я там косячнул случайно. Ничего, вратарь отработал. А зато два добил. На самом деле я выбивал, но что-то я не помню, почему-то он скинул ему. Арваста. Так, не хватает. Сейчас. Только-только.